Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Чего ты крутишь башкой-то? Я пытаюсь понять, где я оказалась. Это мое ранчо. Это ранчо мечты. Да, так и есть. Пойдем за мной. В общем, игрушка под названием... Ранчо симулейтер. Да, вроде, блин. Ну ладно, в общем, короче, симулятор фермы. Да. В общем, здесь на самом деле придется все. Возводить новые дома, строить ферму, доить коровочек и тогда... Ну, я имею в виду настоящих коровочек. О, Миш, слушай, тут можно войти. А, да, нам сюда и надо. В общем, нужно прочитать письмо для начала. Видишь, какая хата? Да. Тебе нравится? Конечно. Привет. Если ты читаешь это письмо, значит, согласился выполнить мою последнюю волю. Ну нет, я поправляю. Ну, короче, оно в плачевном состоянии, потому что у меня не было времени и возможности с этим справиться. Заходи в дом, я оставил на чердаке кое-что, что поможет освоиться. Это семейный ранч, понимаешь? Ага. Все. У нас есть журнал. Вот, нам нужно включить радио. У нас будет транспорт. Здесь вообще, на самом деле, много чего интересного. И круто, что есть кооперативчик. О, Миш, смотри. Да, здесь можно сохраниться. Это можно, зажав кнопочку R, либо еще поспать. Так, и все, я сохранился. Мне это тоже как засчитали. Все, я нажала. Ну, теперь добро пожаловать просто в центр, в сердце нашего ранчо. Это милый супер домик. Тебе он нравится? Ну, я уже представляю, как. Ты зайди внутрь. Можно, как можно здесь его... обои расклеены просто специальным способом, ноу-хау. Это прилипало-отлипало называется. Это полукартон, полу... Так, как вот радио. Какие-то. Я включу. Давай. Но у нас будет своя музычка, поэтому выключу. Да. Так, уберите старый матрас, где он, интересно, находится. Где? И куда-то вверх нужно забраться. Я, к сожалению, сам плохо в своем доме разбираюсь. Старый матрас. Ну, в принципе... Найдите сундук наверху. Ага. То есть должна быть лестница. Давай, я все двери я нашел, Иди за мной, не запутайся. Так, слушай, здесь... Если честно, с фасмофобией дом какой-то, очень страшная да, часть. Да, точно. Ну да ладно, после смотри. Пожарища. Вот матрас, я его нашел. Так. Нужно удерживать таб, я так понимаю. Вот, появились действия, разрушения. Все, я его убрал. Ага. Так. А еще вот сюда, Миш, нужно. В общем, инструментарий, чтобы да, вот вон, воспользоваться. Да, вон, смотри, сундук. Так, на цейс что приседать можно? Мы доберемся до этого сундука? Да. Не упадем? Нет. Блин. Юля первая добралась, мне это обидно даже стало, на самом деле. Все. Так, что там? Вау, карты, Пушка, деньги, два ствола. Ё-моё. Так, берем все, что написано? А мне это... Возьми понятно. Этот револьвер, в лесу много диких животных, которые могут доставлять тебе неприятности. У меня остались деньги и боеприпасы. Еще одно, тебе понадобится машина. В гараже у входа на ранчо стоит старый аппарат, тебе нужно будет найти недостающие части, чтобы починить его. Ого, мы еще и тачку будем так чинить. Так я тебе говорю, тачка на прокачку здесь. О, смотри, сколько точек появилось. Короче, надо найти колеса, сиденья. А если я отсюда спрыгну, что будет? Интересно? Ну прыгай, давай, попробуй. Я умру? Просто такой Марио. Она мне, знаешь, просто такая... Как будто отпила молочка свежего. Кислого, да. Свежевыжатого молочка. Так, ну пойдем найдем. Так. Ты где, кстати, женщина? Я бегу вот тут. А, здесь, ты еще сзади меня. Я еще вот впереди планеты всей. Так, вот я вижу колесо. А смотри, что это такое? Юль, а это что такое? А, это тоже подбери. Так. Давай, добро пожаловать в гараж. Аппарат наш новый. А, тачка, ты думаешь, она нужна вот для прокачку? Этого? Да. Ой. А и что мне с этим делать? Поднять и на Е надо установить. Где зелененьким горит, туда на Е нажми. Установи. Ага, все, поставила. Вот блин, ну а прикольно. Так я тебе говорю, игрушка вообще все, крутая. Все, сейчас, Миш, я играл, колесо еще. Играл в демку, ждал, когда полная версия выйдет. И вот она вышла, к счастью. Так, я кенгурятник поставил. А, смотри, а тут можно еще... колесо. Залить этот, как его, бензин, бензиниум. Наверное. Ну, погоди немножко по поводу бензина. Все, я поставила его на место. Вот здесь еще несколько вещей, ты мне очень хорошо поможешь. Здесь сиденье, например, находится. Еще колесо. Еще колесо, да, все вот это поставь. Удобно, что можно нести и бежать. Ну, как бы... естественно, да, долго не приходится этим заниматься. Так, и еще... Вот еще одно кресло. Так, все наверное. Для моего чресла. Ладно, шучу. Мне кажется, ну, как бы ты уже последний предмет несешь. О, аппарат готов. Вот теперь заливайте. Please, down. Стой, надо залить. А, ну давай. Перевернуть тачку. Не надо переворачивать, она и так нормально.
Возьмите заливаю. Предмет, удерживайте, ага, чтобы начать размещение, нажмите. О, Юля, а что там? Ты вот я не знаю, я не понимаю. Да давай я. А, так, возьмите предмет, на правую кнопку для размещения. А, так его нужно просто поставить, его не надо брать. Сейчас, так, сейчас берешь на правую кнопку. Так. И, погоди, не понял. А может его надо в тачку залить? А, все. Зажать надо. Сейчас. Во, оба. Так, все. Ага. Заправка посещена. Это... Тихо. Это мое давай. Место, понимаешь, женщина. О, все. Так, завести. Рынь, так и дынь. У тебя права есть? Ну и дремота. Так, куда нам ехать, заправка? Ты про свою рубашку? Да, согласна. А, тут все недалеко, вижу. Мне кажется. Так, у меня есть карта. А вон показано, магазин. Это нам, значит, назад, не в ту... Ой, прошу прощения. Так, нам вот сюда, короче, вот так надо. Вон, видишь, указатель. Да я по карте смотрел. А что за синяя точка? Это туда, это задание. Блин, какая она шустрая и очень дергающаяся машинка. Она у меня почти по воздуху летит. Да-да-да, есть такое. Ну, слушай, технологии дошли вперед. Даже здесь, в сельской местности, машины практически летают. Тачка-самолет. Блин, очень тяжело заворачивать. Тачка на прокачка. Как тебе наши виды? Красиво. Да, красиво, я согласен. Горы. Умиротворяет. Вообще замечательно. Ни одной живой души в округе нет. Ну, кроме нас двоих, да, это очень подозрительно. О каких тут диких животных говорилось, но пока даже птичек не слышал. Ой! Подскочил. Так, ты на ходу решил? Видал? О, ты смотри, как я выпрыгнул. Ты посмотри просто, ты видишь? Как его? Вундервафли вышло. Так. О, шикарно просто. Я так понимаю, нам нужно еще залить эту. Я могу тут осмотреть местность. Так, автомобиль заправлен. Нужно заправить автомобиль. Слушай, здесь прям нужно самим вставлять. Иди сюда, на С, иди сюда. Так. Стоять на месте. Ты видишь пушку у меня? Да, я вижу. Прыгай через скакалку. Уберите. Давай. Ты что, думаешь, я... Раз, еще давай. Два, отлично. О, слушай, реально перепрыгнула. Ладно, все, поехали. Все, давай. А так ты куда поехали-то? Надо в этот залить, Миш. Сейчас. Так я... Надо в бак залить. Погоди, вот тут написано... Не сюда надо. Нет, Юль, понимаешь, сначала надо и канистру... Как вставить-то? Тут нужно четко попасть вот в этот сегмент. Все, вставлено. Ага. Так. Как все сложно. Нажмите Е заправлять. Пошло. Ты видишь заправочка. А вот еще... этот не рабочий, что ли? Да, этот уже изломан. Так. Ой, надо этот еще, Миш, залить, скорее всего. Да, сейчас зальем, вот я его подготовлю. А ты зачем его сюда поставил? Ну такая, какая разница? Чтобы было удобно. Так, как что там у нас? Все что ли? Ну, да, наверное, 25. Да. Хочешь попробовать? Блин, мне кажется, на, сложно. На, тебе тоже нужно учиться. Жми, подходи к этой штуке, и найдет там, ну как бы, вот, слушай, ты умнее, чем я. Теперь на Е надо нажать. Так я нажала. Все. Не, ну на заправке самой. Юль, еще, если ты вдруг не запомнила, когда жмешь на тап, то у тебя появляется пушка. Есть проблемы, сэр. А здесь нельзя. Есть проблемы. На заправке. А слушай, погоди. Здесь реально и у этого вот было. А чё? Сейчас перезаряжу. Тачка-то, точнее, чё, заправляется? Все, уже заправилась, вынимаем. Сейчас руки возьму. И обратно вставлю. Уберите, положите оружие, молодой человек. Все. Садимся. А в магазине, интересно, поговорите с продавцом автомобиля. Хорошо. Давай, давай. Я умею разговаривать. Можно еще свет включить. Смотри, как, видишь, как красиво. Ой, ну все, прям шик, блеск, красота. Здесь причем время суток тоже идет, что интересно. Мне вот интересно, звук вообще игры вы хоть слышите? Я слышу, как машинка. Не, я понимаю, а вот на записи, надеюсь, будет все. Так, ладно. Мы пришли в магазин. Если что, мы озвучим. Рынь, дагдынь. Да. Рынь. Я так и вставлю. Ладно, пошли. Рынь, рынь. Мы все уже приехали. О, слушай. Все, затормозили.
Молодец, что Юля озвучила, но, к сожалению, звук в игре есть, поэтому твоя озвучка откладывается. Ты так, дал какая-то тачка, кстати? Я могу. Сейчас, Юля, прокатиться? Погоди. Добро пожаловать, здесь вы можете купить машину или модернизировать ее. Для всех новых, всех ваших машин и новых клиентов мы устанавливаем радио в их UTV всего за $10. Радио? Просто заезжайте в гараж за этим зданием и устанавливайте радио. Если вы хотите купить автомобиль, используйте компьютер передо мной. Продолжить. Ага, все. Как мне купить машину? Используйте компьютер так. В чем разница между машинами? Все автомобили различаются техническими характеристиками, а также вместимостью. Смотрите комплюкторы для подробной информации. Миша, тачка не едет. Какая? А ты уже сел в нее? Да. Какую ты машину сел? Нашу, что ли? Нашу. А так на F нажми, заведи ее. Ладно, давай посмотрим, сколько машина стоит. О, наша стоит всего 200. Я могу тебе тоже лично купить. Миш, слушай, я, пожалуй, нажму выход, потому что тут, ну, интересная система. А, ну хорошо. Слушай, ну давай пока останемся на этой. Тут столько машин. Хочешь посмотреть, какие вообще тачки существуют? Да, да, пойду посмотрю. Слюни попускаю. Смотри, тут есть вместимость по кобылкам, по свинкам и так далее. То есть ты можешь выбрать на будущее. Скажи мне, какую хочешь потом в будущем машину. Это вот здесь? Компьютер нужно нажать. Да, выбирай, скажешь, какая больше всего нравится, и мы будем на нее копить. Ага. А я пока нашу попытаюсь попрокачивать, посмотреть, чем она. А как мне покрутить? А там крутить никак, но может только перелистывать. Слушай, ну их, наверное, потом можно разукрашивать, да? Ну, разукрашивать вот здесь. Ну вот так. За 1400. Радио прикольное. Нужно? Слушай, а нафига нам радио? За 650. Радио я сам включу вам, ребят. Слушай, ну я бы за 1400, либо за 650. У нас таких денег нет пока что. Все. Ну, а что спрашивал, такой говорит, типа это... Все, я улучшил нашу машину, ты просто офигеешь, что я с ней сделал. Она теперь какая сочная. Ё-моё! Нафиг, 50 баксов? А, здесь по миссии надо радио установить. Да, слушай, а если мы вдвоем заедем? Вдвоем будем. Ну, давай. Но я, правда, не выбираю, я только... Все, я поставил радио. Включить радио R. Все, поговорить с продавцом опять, Миш. Надо. Так, слушай, а погоди, что не включается? А с каким продавцом-то? С другим. Включить радио R. Ты слышишь его? Нет. И я нет. Что за фуфло ну, нам продал? Да, подогнали нам какую-то ерунду. Ну ладно. А может не с этим продавцом-то надо говорить? Поговорить с продавцом, да, уже другим. Сколько у вас продавцов-то? Мы, кстати, можем поспать, чтобы... Они нас это, обанкротят сейчас. Так, ладно, садись. Радио я вставлю сам, выберу свою музыку. Сейчас немножко дрифта дам. Ну как тебе дрифт? Ну, сельский дрифт не понравился. С моей озвучкой лучше. А ты понял, куда надо-то ехать? Ну, предположительно, да. Ну давай сейчас посмотрю на всякий случай. А куда нам надо? Можно вопрос? Поговорить с продавцом. Ну ладно, давай. Миш, мне кажется, ты не в ту сторону. Да почему? Едешь. Да в ту. Все нормально, не переживай. Я бы мимо нашего раньше, на самом деле, проехал и... Слушай, а нафига вообще дороги? Я не понимаю. Ну-ка, поехали тут, сократим. Нам нужно, наверное, в автомагазин. Ой, а нет. Слушай, а, наверное, все-таки лучше по дороге было ехать. В магазин нам надо. Во, я поняла. Нам надо было просто от автомагазина развернуться назад. Но ты, в принципе, едешь почти правильно. Сейчас скоро на дорогу можешь выехать. Надеюсь. От нашего если что, ранчо. Кнопка М это... Карта. Карта, да. Я по ней смотрю. И что там по ней пишут? Я тебе говорю, ты сейчас потихоньку едешь к дороге какой-то. Хорошо. Ну, тропинке, по крайней мере. Блин, тут, знаешь, такие джунгли, я тебе могу сказать. Я близок к ней. Да, вот сейчас скоро будет. Это тропинка. Ну ты скоро уже к магазину подъедешь. 140 метров. Нам бы не перевернуться. Блин. О, Миш, все. О, все, отлично. Все, мы приехали. Куда надо. Больше так ездить не буду. Пока искали ваш магазин. Да, чуть не сдохли. Так, надо было... Ага, все, ручник автоматически срабатывает. Так, куда деваться-то? Юль, ты куда пошла? А, я здесь. Вход другой. Где? Местности. Ну, придется тебе кругаля дать. Сумасшедшая женщина, вот здесь забор заканчивается. А, блин, так я не вижу, ты у меня куриная это, слепота. Овца в пастбище такая, все, я не вижу проход. О, здравствуйте. Так, женщина, здравствуйте. Вы что-то употребляете или что вы делаете? Так, ладно, продавец, добро пожаловать. Чтобы совершить покупку, воспользуйтесь терминалом в соседней комнате. Купленный предмет появится слева от меня.
Скотт будет снаружи. Кто такой, не знаю. Ладно. Это для... Скотт Пилигрим. Да, для получения дополнительной информации о животноводстве посмотрите глоссарий, чтобы продать предметы и поместить их в область слева от меня. Так. И подтвердить продажу с помощью этого терминала. Такс. Слева от меня. Вот это здесь типа терминал, Юль, иди сюда. Мы можем курочек, цыпочек купить. А нам... Нам нужно купить топор, лом, молоток, вот и... корзин для яиц и две курицы. И две курицы. Одна давай есть, покупай. Считай. Так, ладно. А, что там еще раз по списку можешь топор. Говорить? Топор. Топор добавить в корзину. А лом. Нужно... Лом добавлен. Молоток. Молоток добавлен. Курица. Корзина для яиц. Так. Две курицы. Каких курицы? Две курицы. Черных, белых, желтеньких. А... Давай одну беленькую. И одну желтенькую. А петуха не надо, да? Да, две курицы. Так, две курицы. И шоколадку. Чего? Нет такого имени. Я могу только... Как это нету? Мешок пшеницы пойдет. Давай, поклюю. Так. Семки есть? Купить. А, ну все, что ли? А у нее вот здесь должны появиться. Так, погоди. Я же нажал. У меня корзина... А, вот все. Вот вижу корзину. Нажать оплатить. Спасибо за покупку. А где оно все появилось? Вон появилось. А, вот, вот это? Да. И что, все разбросано? Все мое. Что за... Твоя корзинка. О, Миш, вон взял, лом, да? Мой. Курицы снаружи ждут. Курочки, Юль. А яйца? Яйца? Какие? Вон курочка. Как их взять? Одну я взял, вон, и тебе вторую одну придется брать. А как? У на меня корзинка. Клавишу мышь. Или у тебя корзина мешает? Во, я взяла курицу, но ну мне ладно, мешает пойдем, корзина. Ну ладно, пойдем, мы корзины сейчас корзину вернемся. Надо, блин, засветло приезжать за курочками-то. Я чувствую себя похитителем куры. Зажми правую кнопку и назад, в этот, в багаж. Сможешь, чтобы зеленая была? Не, зеленой нету. О. Юля, да, это миссия невозможна. Поместить курицу. Да давай я помещу. А что она не размещается? На левую клавишу. Вот, все. К счастью. Да в темноте просто. Слушай, сходишь не... за этой корзиной? Да, ящик. Конечно. Я как раз как самый зрячий человек. Блин, Юля, в сто раз все заборы. Блин, я. Юля, опять. А, все правильно. Все правильно. Ты ее можешь в руках оставить. Все, нам бы, пойду, знаешь, что? С корзиночкой. Да раньше сейчас поедем. Да, поспать. Поспать уже, а то темно. Как короче, оборотни. Сейчас... О, блин, стой! Все, я вижу. Тачка. Я ой, возьму. Точнее, корзинка. Куда бы ее тут вставить-то? Тут куры везде. Блин, сейчас. Кур мешает. Мне что, пешком идти? Придется. Не, сейчас я вставлю. Да куда ты? Я так уже хорошо тут разместил. Сейчас, курочка. Давай. Я поставил. Дело за тобой, Юль. Очень сложно, головоломка, все отлично. Я завел. Короче, ща на хате появимся. По музыке красиво. Музыка хорошая, да? Да. Классическая. А у тебя нет? Да. Да. Ну, придется выключить. Блин. Хватит классической музыки вам. Так, мы приехали. А, давай поспим. Вот здесь палатка. Ага, ай, давай. Блин. Ё-моё. Куры! Выходим, авария. Ладно. Так, вот здесь можно как-то поспать. А, Е зажми, поспать и сохранить. Ой, Юль, ну тут только двоих. Все. Так. Уснули. Крепким сном. Ты встала? Фига. Да, ты... уже. Ого. Вот это подъем. Подъем, да. Короче, мешок с зерном найден. Так, давай пойдем. В другую сторону. Так стой, вот сюда нам тут надо. Не вход, ё-моё, тут входа стороны. Нет. Как что, хорошо. Я не могу перепрыгнуть? Когда мозги есть, да, мешок, не спорь. Вот мешок. Так, а пошли теперь вот сюда. Высыпать еду на точку. А кур-то мы это не наша освободили. Точка. Хочешь, ты доедешь, вот сможешь, вот прям. Я на тебя рассчитываю. Давай, Юля сдает на права. Итак, так. Кнопка F завести. А, ну и дальше как-то само должно. Так, сейчас. Все, отлично. Включаем скорость. Отлично. Все, замечательно. Нет, не очень. Ты что? Все, тормозим. Ладно, отъедь от точки-то. А чего? Куда я сыпать-то буду? Так, ладно. Как высыпать-то теперь все это? Так. Ты что там, все расшибло? Нормально. А как высыпать-то?
Дождик вот, уже пошел. Вот, все, рассыпали. Так. Кур, может, надо. Поставьте полное ведро воды и доступное для куриц место, чтобы они могли ее пить. Так, ведро, бак с водой в любом месте в ранчо. Так. Так, вон еще. Так, ведро с водой наполнено. Как его наполнить теперь? Стой, бак с водой установлен. А, иди сюда, идем сюда. Все. Ну пойдем, выставим поближе. Юля. А куда мне идти-то? Ко мне, ё-моё. А у меня точка почему-то там горит. А, да какая разница, сейчас поставь. Вот где-нибудь, давай здесь напротив ставь. Ну не, вот чуть поближе ко мне. Вот ну сюда? Да, допустим. Правую кнопку и вон там налево. Все, о, супер, нормально? Молодец. Да, все, вон, видишь, получилось. Все, ура! Теперь нужно наполнить, да? А, вон оно наполнилось. Наполнилось. Так, и теперь можно куда угодно поставить, но, видать, тут нужно ставить. Ну, пофигу. Найдена газонокосилка. А кур-то надо вытаскивать, Миш? Куры пока тусят. Видишь, кур нам не надо пока что. Нам сказали вот эти. Они из голода не помрут. О, нифига себе. Так, трава скошена, деревья срублены и препятствия. Так, кто чем? А дай мне молоток. Ой, тьфу, топор. Ты будешь рубить? Да, а давай. Ну, а ты будешь косить. То есть ты у нас тут лесоруб. Да, дай мне. А как отдать? А как отдать, реально? Слушай. А может я могу просто подойти и рубить? А как вот я могу? Попробуй, может мы на двоих купили. Ого! Один удар! Одного удар просто! Да ты силен, я тебе могу сказать. Так, ладно, тут... Я сейчас еще и разрубила его, просто силой мысли буквально. Опас. Смотри, ты смотри, чудо-женщина идет. Сейчас, погоди, траву сейчас там спилить, что ли? Базукин тебя убьет просто. Ладно, хорош, не стреляй только. Так. Куда их надо? А мне кажется, оставь. Можешь ведро только отсюда убрать? А ты думаешь, тебе надо... Оно мне мешает. Сейчас побреем. Побреем. Так. Ой, ну слушай, а реально ли это все, чище становится? Сбрило. Курятник надо построить. Вот курятник как раз построен. Из этих, скорее а, всего. Слушай, такая тачка прям крайне неудобная. Сейчас я тоже запаркую где-нибудь косилку. Асфальт побрею. А как строить курятник? Смотри, сейчас тебя научу. Зажимаешь давай кнопку Tab, у тебя должен молоточек появиться. Ага. И нажми Е строить написано. Попробуй. Там надо... А, выбрать здание. Стой, Юль. Сначала на колесико. Вон, курятник. А какой нужен? Маленький курятник или средний? Среднего размера, либо стой, маленький. Стой. Рекомендуется не более 8 кур, а тут 3. Ну, давай большой. Мне денег хватит. Вот этот, да? За 250. Ты строишь, да? Да. Молодец. Угу. Ну все, теперь курочки. А теперь курочек. Чердак разобран, второй этаж снесен, первый этаж снесен. Я так не понимаю, мы куриц сюда запустим или нет сегодня? Давай попробуем. Ну давай. Курочки. А как их сюда запускать? А я... Вот, открыть дверь, смотри. Открывай. Открыла. И вот так, да? Куда пошло? Так, ясно. Она немножечко не в том месте. А может они сами будут туда как-то, ну не знаю. Ну, я, короче, запустил. А как куру-то взять? Все, я кур закрыл. На эту. Аккуратно у меня кур. Всем отойти. Опасный инструмент. Ладно, давай. Правую кнопку и закладывай. Сейчас, погоди. Вот. Все. Блин, я уже нажал. Да ё-моё. Давай, открывай и закроешь ты. Закрывай. Побег, побег. Ура! Ну, все. А слушай, а еду-то, может, надо было курам туда? Насыпать. Слушай, а может пусть гуляют? Все, фиг с ним. Ладно, все, они ничего никуда так, не уйдут. Так, ладно, Юль, пошли, нам нужно чердак разобрать. Второй этаж снесен, первый этаж снесен. Все разнести, что ли? О, да, все сделать. Первым делом, я так понимаю, чердак. Первый этаж снесен, так, стой. А если я снесу первый этаж? А, вот хороший вопрос. Смотри. Да начнется разрушение. Ой. Фига себе, я тут ломаю. Прям все сносить? Ну, походу, что. Вот это ломается, по физике все рушится. А ты на меня упадешь, нет? А крышу-то тоже, что ли? Я не понимаю. Ты что-то там ломаешь? О, да, вообще. Что-то там... Юля, всю крышу разнес. Бам, просто все в кашу. Нафиг все это здание. Вот это мы серьезно, ребята, здесь собрались. Серьезные ребята.
сейчас кто-то будет завален там. Слышишь? Так, вау! А что не разрушается-то? Что-то не могу разрушить. Я почти все, кстати, здесь разрушил. Все. А что? И сундук развалить. Я некоторые вещи не разрушаю. Все. А тут у нас этот, как его зовут? Уже не будет. Я чердак разнес. Миш, приходи на помощь. А что такое? Там может какую-то эту... Ты иди ко мне. А я, где видишь, ты? Я на втором этаже буяню. Так я не могу ничего. Как ты? Ой, лестницу разрушила, наверное. Все ты можешь. Поверь в себя. Видишь, все рушится, все сыпется. Все, ура. Девастатор. Просто надо... жесть. Сначала нужно одну стену, потом другую. Так, а, вон тут что. Вон, видишь, не могу разрушить. Значит, посмотри, какая другая стена. Или какой-то этот мешает. Светильник, окно. Как-но? Как-но, да. Видишь, там обои сначала. Все. Все, видишь? А, да, обои. Ну, конечно, без обоев-то нельзя стену. Это несущие обои. Ты не знала, что ли? Несущие. Несущие. Так. Ну, почти подчистую второй этаж. А надо, ну, полностью разрушить-то, да? Ну, я так понимаю, тут просто прям наглухо все нужно разрушить. Ага, ну окей. Жалко, потом будем строить. Так, естественно. Сейчас уберу несущие обои. Естественно. Несущие обои, да, сносим. Вместе с никакающими окнами. Окей. Какие-то, знаешь, психбольницы какая-то, если честно. Да, есть маленькая. На реабилитацию пришли. Такие буйные. Я не могу. Слушай, ну антистресс неплохой, да, согласись? Да, 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 да. Все просто прям под ноль. Блин, ну тут, кстати, буквально немало чего нужно сломать. Я могу через силу мысли разрушить окно, да. Тут на расстоянии. Слушай, тут какие-то еще появились несущие плиты. Так, второй... Ну ты ничего себе дала жару, тут все разлетелось, аж упал на нижний вот этаж. Вот так вот. О, тут радио. Да к чертям я это радио, вместе с диваном. Все вообще, а второй этаж разрушен. Да, да, прикинь. Жесть. Ну такой игрухи, конечно, я еще не видал. Мы в разных фермах бывали, но на такой ферме... Да, ну таких приколов я еще не видела. О, я пошла под слез. Все просто в крах. Два таких психа, прикинь. Мимо приезжает мужик, а там, блин. А сейчас там приезжает хозяин такой: вы что, черти, наделали? С ломом только. Против лома нет приема. Блин, я прикалываюсь. Не надо было мою футболку называть, как это сказать, розовой. Она черничная. Да, ты уверена? Нет. Ну надо же какую-то, знаешь, так придумать. Какой-то повод. Блин, ну на самом деле... Я прям даже, знаешь, устала. Ну правильно, прикинь. Я как будто вручную этим занимаюсь. Я угораю, что надо сначала каждую досочку убрать, прежде чем мне все нафиг тут снести. Да это досочка. Ну не совсем каждую досочку. Да тут ты просто не сталкивалась с этим. Ну как это? Я да тут не видишь девастатор. Тут видишь, несущие лампы есть. Ну несущие, да, несущие. Я вижу. Блин, каждую обойну надо. Да, обои тут вообще, кажется, жесткие, конечно. Они просто что... уже одеревенели, Миш, за это да время. Да, я думаю, что они как три титана держат, или как там, черепахи. Три черепахи, три кита, кто там были? А у нас 10 обоин, которые держали это здание. Поэтому сначала пришлось их снести. Да чего они разрушаются-то? Вот, губы шикарно. Еще. Курочки, вы просто посмотрите, как они вам такие повезло. Ну, не, с такими хозяевами. Да-да-да. Блин, вот это как... Если будете плохо себя вести, это ждет и вас. Разнос полный. Слушай, ну смотри, как мы подчистую. И вот эти плиты меня вообще бесят. Во. Мусора куча валяется. Это что, тоже фундамент тоже весь надо развалить? Ну, наверное. Или нет? Не, наверное, погоди, давай фундамент. Стой, ну в любом случае, оно сейчас покажет, если мы все правильно сделали. Хотя фундамент, наверное, должен остаться. Наверное, да. Ты что сделала? Ну, ты весь дом разрушила. Фундамент построен. То есть, слушай, его реально надо, надо было построить. Разрушить. Ого. Слушай, дай-ка фундамент посмотрю. О, нифига себе тут дома, Юль.
Что, супер, супер крутые? Да, но как фундамент... Ну все, мы, короче, будем строить дом своей мечты. Можем мечты. Построить фермерский... Блин, он такой клевый, ты не представляешь. Я увижу. Я воображаю. Вау, я еще раз на него наткнулся и думал, что это новый, но это он тоже сам, я опять снова удивился. Там это, дискотека. Ладно, есть. Есть, курок дискотека. Так, строить. Так, я уж все, мусор ты видишь, убираю здесь. Что я построил? Да, я вижу, я а вижу. А как у тебя видно? А у меня, смотри, я вижу этот фундамент и синеньким, синеньким, да, то есть как я. Что будет. Смотри, нужно взять канистру, настольную пилу. Слушай. Я мусор убираю просто. Я понимаю, что в этой игре хочется жить, но нам нужно остановиться. Блин! Да. На самом интересном месте. Ну просто, я надеюсь, что ребятам тоже настолько сильно понравится игрушка, что мы прямо в ближайшее время, давайте, ребят, накинем лайкосов как следует, и мы прямо сразу начнем проходить чтобы дальше. Курочки вас ждут. В новом доме жить. Да, иначе они вас заклюют. Все. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока. А, и она обосралась. Говори, где детонатор. Говори, где. Я посмотрел, у меня какая рожа. Ну, она все такая же, наверное. Ну что, по курочке чок. Все. Ладно, пойдем. Nice.